Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. 13 июня – день волшебства. Когда решается ваша судьба? В сегодняшнем видео вы все узнаете. Понедельник, 13 июня, является мощным днем, наполненным позитивной энергией 14 лунных суток, которые продолжаются. Это время, когда вы можете сделать решительный шаг навстречу мечте, получив ожидаемый результат. Действуйте продуманно, не размениваясь на мелочи и не игнорируйте советы коллег, тогда удача будет на вашей стороне. Луна перешла в знак Стрельца, благодаря чему людям присуща некоторая абстрактность мышления, однако это не мешает трезво оценивать ситуацию и достигать успехов. Благоприятные 14 луны сутки позволяют посвятить время любым начинаниям. Это отличная пора для продвижения своих идей, они будут оценены по достоинству. День потребует от вас трезвой оценки своих возможностей. Сегодня нельзя давать невыполнимых обещаний, поэтому будьте внимательны к тому, что говорите. Проведите время с максимумом активности, реализуя планы, составленные ранее, но анализируйте каждый свой шаг, чтобы избежать ошибок, которые испортят результат работы. Активируется внутренняя энергия, усиливаемая силами природы, вследствие чего люди ощущают прилив сил и готовность к любым подвигам. Будьте осторожны, не переоцените свои возможности. При рациональном подходе вам удастся воплотить в жизнь любые желания. Энергетический поток, особенно сильный в 14 луны сутки, вызывает противоречивые эмоции. Если вы не будете максимально использовать имеющиеся возможности, может возникнуть риск появления депрессивного состояния и тоски. Чтобы его избежать, погрузитесь в насущные дела, реализуйте давно задуманные проекты, займитесь физической работой. Несмотря на то, что день очень благоприятен для общения, имеется риск обидеть собеседника неуместной шуткой или сорвавшейся с языка фразой. Поскольку под влиянием энергетического потока повышается чувствительность, чтобы избежать недопониманий и сохранить с окружающими хорошие взаимоотношения, проявляйте такт и заботу. День благоприятно влияет на укрепление отношений между близкими людьми. Навестите родственников, отдохните с друзьями. В этот период вы можете наладить контакт с детьми, старшим поколением, устранить имеющиеся недопонимания. Воспользуйтесь возможностями, которые дают 14 луны сутки, чтобы обрести гармонию в семье. В этот период на первое место выходит работа с информацией. Даже случайно прочитанный заголовок может кардинально изменить положение дел, поэтому будьте внимательны и не упускайте свой шанс. Кроме того, день хорош для получения тайных знаний, медитации. Однако не стоит увлекаться практиками, поскольку имеется опасность раствориться в окружающей энергии, что может сказаться на вашем состоянии не самым лучшим образом. В первой половине суток наиболее благоприятной для общения рекомендуется завязывать знакомства. Уделяйте больше времени общению. Постарайтесь справиться с большей частью насущных дел до обеда, так как вечернее время имеет вероятность появления незапланированных задач. Не позволяйте втянуть себя в решение чужих проблем. Результаты ваши усилия не принесут, но вы потеряете время и силы. Поскольку 14 луны сутки предшествует полнолунию, это идеальное время, чтобы оценить свои поступки, воспользоваться шансом исправить совершенные ошибки. Последующие дни событий будут идти более насыщенно, не позволяя угнаться за результатами совершенных вами действий, поэтому проявите активность и не допускайте безделья. Луна советует: этот наполненный энергией день будет идеальным для воплощения в жизнь любых задумок, а также завершения ранее начатых дел. Если вы задумали какой-либо важный масштабный проект, самое время взяться за его реализацию. Ни в коем случае не сидите без дела, избыток энергии может вернуть вас в уныние. Успешной будет коллективная деятельность, но можно работать и в одиночестве. Не игнорируйте замечания и рекомендации коллег. Они могут быть весьма полезными, если вы планировали расширить бизнес, найти новых инвесторов или сменить место работы. Дерзайте, сегодня удача на вашей стороне. Благоприятны любые финансовые операции. Инвестирование принесет хороший доход. Взятые в этот день кредиты удастся погасить в кратчайшие сроки. Можно совершать и любые покупки, особенно для нужд семьи. Идеальное время для работы по дому. Вы можете ограничиться разбором старых вещей или провести масштабную генеральную уборку. Все действия приведут к улучшению энергетического пространства, подарят хорошее настроение и добавят уюта. Общение складывается идеально как с коллегами, так и с членами семьи. Все разговоры пройдут в приятной дружеской атмосфере, при условии, что вы будете в достаточной мере вежливы и тактичны. Прислушайтесь ко всем советам и рекомендациям, которые услышите. Полученная 14 на сутки информация может быть очень важной. Удачное время для романтических знакомств и свиданий. В отношениях с любимым человеком царит полная гармония.
Одинокие люди могут встретить свою вторую половинку при самых неожиданных обстоятельствах. Любые поездки будут удачными и оставят массу приятных эмоций. Однако следует иметь в виду, что перемещение 14-го на день часто завершается самым неожиданным образом. Если вы не планируете внезапных изменений, планов и неожиданных приключений, вояж лучше перенести на другой день. Ну а по народным приметам 13 июня отмечают Еремей Распрягальник. В этот день на Руси праздновали Еремея Распрягальника. Те, чей день рождения приходится на 13 июня, обладают любознательностью и изобретательностью, во многом являются непостоянными и мечтательными. К сожалению, из-за этих черт характера часто подвергаются обманам и попадают в неприятные ситуации. Этим людям стоит позаботиться о своей тонкой душевной организации и не позволять внешним раздражителям влиять на них. Талисман для них является сапфир. Наши предки прозвали этот день «распрягальник» из-за традиции распрягать на него коней. 13 июня животных всячески баловали, мыли и вычесывали гриву. Кроме ухода за лошадями, 13 июня было принято заниматься домашними делами и проводить время в кругу семьи. С этого дня подходило к концу пролитие и наступало настоящее лето. Начинали цвести липы и розы. С розами влюбленные девушки проводили специальный обряд на внимание парня. Так, например, брали розу, кололи ее шипом себе палец до выступления крови, после чего приговаривали: «Моя кровь от шипов колких потекла, любимого ко мне привлекла. Отныне на других ему не смотреть, только меня одно лицезреть. Истина». Проговаривали один раз, потом розу подкидывали под окна дома любимого. Очень хорошим знаком считалось туманное утро 13 июня. Это означало, что это лето будет богатым на грибы. Считалось, что после окончания посева семян на поле является их защитник – житный дед. Сны в этот день пророческие и исполняются очень быстро. День наполнен позитивной и благоприятной энергией, поэтому вы можете выполнять сложные энергозатратные ритуалы, если предварительно к ним подготовиться. Успешными будут действия, притягивающие удачу и благоденствие. Привлечение удачи и везения. Этот несложный, но очень сильный и действенный ритуал позволит вам привлечь к себе денежную удачу и обеспечит стабильное течение финансовых потоков. Вам понадобится 3 любые монеты, бывшие в обороте. Приступайте в утренние часы. Расположите одну из них между ладонями. Поднесите руки к лицу, как для молитвы. Далее скажите такие слова: «Что моему счастью мешает, своим дыханием сдуваю, а деньги и удачу к себе притягиваю». Говорим один раз, затем повторите ритуал с каждой из оставшихся монет. Все 3 денежки, участвующие в обряде, в этот день нужно оставить под деревом. Заряжаем воду изобилия. Наполните прозрачный стеклянный стакан чистой питьевой водой. Возьмите его в обе руки и закройте глаза. Начните визуализировать свою жизнь после того, как получите желаемое богатство. Мысленно окружите себя роскошью и процветанием. Важный момент. Представлять лучше только то, что достижимо в реальности. К примеру, можно притянуть покупку нового автомобиля, но приобретение Королевского замка в реальности получить вряд ли удастся. Однако четких границ в формировании вашего желания нет, поэтому во время практики прислушивайтесь к своей интуиции. Слух ничего не произносите, передавайте свои пожелания только мысленно. Вот как почувствуете, что вода в ваших руках зарядилась энергией богатства, выпейте ее. При этом обязательно будьте уверены, что получите желаемое. В ближайшие несколько недель ваши мечты сбудутся. Непременно после благодарите Вселенную за помощь, тогда изобилие не оставит вас. И привлечение удачи. Вечером, когда уже стемнеет, зажгите свечу. Несколько минут вглядывайтесь в огонек, чувствуя, как уходит ваше напряжение, а затем трижды скажите: «Ярким светом к себе счастье привлекаю, дорогу для него открываю. Как это пламя светло и ясно, так и в доме моем будет тепло, уютно и прекрасно. Да будет так. Свечки нужно дать догореть до конца». Все. И по традиции, как обычно, перед сном, каждый из вас, перед тем, как ложиться спать, обязательно проговорим такие слова: «Каждый мой день уникальный и счастливый». Повторяем один раз, и вы посмотрите, что каждый день будет для вас самым счастливым.